А уже съемка идет, да? Да, да, да. Здорово! Вот, я трезвый. Привет, дорогие друзья! Наш предыдущий выпуск набрал уже 1 миллион просмотров, несколько сотен тысяч подписчиков и десятки тысяч лайков. Мы так этому рады, что решили продолжить делать наши видеообзоры на жидкости, возможно, следующие уже будут на какие-то девайсы и так далее. Хочу вам напомнить про то, что за комментарии вы можете попасть сюда, и в ближайшем будущем мы уже сделаем розыгрыш на жидкость. Для этого необходимо подписаться на наш канал. Поэтому прежде чем сейчас посмотреть этот обзор, нажмите кнопку «Подписаться». И... подписывайся сначала. Да, сейчас Серега хлопнет в ладоши и будет заставка. В общем, ребята, у нас для вас экстренный выпуск новостей. Небольшой сюрприз для любителей вейпинга. В продаже скоро у нас появится эксклюзивная линейка, которой нету пока что ни в одном шопе города Орла и не будет. В связи с тем, что ребята только начинают работать. И представляем вашему вниманию линейку из 4 вкусов, которая уже в понедельник появится у нас в продаже. Флаконы помещены в такие красивые шуршащие пакетики. Идут они все с защитой от первого вскрытия. Знаете, эксклюзив-то, собственно, в чем? В каждом пакете будет находиться купон. Купон этот нужен для того, чтобы вы могли попасть на Ибицу. Просто нужно сделать так, как указано в инструкции, зарегистрироваться, подписаться, совершить определенные манипуляции, и, возможно, вы станете счастливым обладателем билетов на вечеринку не в этой стране. Мне кажется, как рекламщики вообще не очень. Да, да. Ибица, ребята! Ибица, ребята! Выглядит прикольно. Так. Объем жидкости 60 мл, крепость 0 мг никотина. Первый вкус, о котором мы вам расскажем, будет сочный лимонад со льдом и душистыми травами. Ну что, Максим? Да, давай. Я опять на односпиральнике. Тебе нравятся жидкости, которые идут с пипетками? В этом есть свои прелести. Стиль, да? Стиль, да. Это ностальгия по прошлому. Так, на жидкость нулевка 70-30. Ну, обычный флакон, прикольно. Хорошая этикетка. Она, кстати, не отдирается. В общем, первое, что приходит на ум, очень хорошо насыщено и напоминает вот эти лимонные леденцы, или как правильно, да, вот в детстве были. Это конфетный лимон, лимонад. Да. Вот здесь все нарисовано, здесь, кстати, есть описание вкуса на этикетке, что очень круто, потому что я люблю, когда на самой баночке написан вкус. Здесь вот написано бодрящий, душистый, холодный. Сочный лимонад со льдом и душистыми травами. Ну, травы очень отдаленно есть, но как у тебя надречи есть. Да. Ну вот на сигаретнике не раскрывается. Но лимонад прям ярко выраженный, такой сочный, действительно. На дрипке я прям чувствую конфетный лимон, такой, как леденец. И прям чувствую, что такое травянистое. Честно, даже если учитывать то, что жидкость нулевая, то прям даже и не охота никотина, да, добавлять, да? Да. Прям вкусы... И льда не особо много, то есть по горлу не бьет. Но что-то такое есть. В общем, блин, вообще классно, вот этот, да? Я бы себе купил, и скорее всего я его куплю, потому что я вообще люблю лимон, ну, парить. Вкусная-вкусная жижка, ребят, вот вопросов нет никаких вообще. Молодцы. Что, давай следующее. Так, следующее. Нарко, зачитывай, что там. Нарко, да, коктейль. Там. Знаменитый коктейль Ибица Нарко. Клубный и возбуждающий. Ну, судя по картинке, там абсент. И что-то такое. Давай попробуем. Есть ли он там.
пахнет анисом, я прям капаю, уже чувствую. Чем? Анисом. Ну да. Ну, а запах прям абсент. Мне так кажется. Я не очень люблю пипетки. Ну да, абсент. Анис. Не пойму, что еще. Травы какие-то. Ну я не знаю составляющие абсента, я знаю, какой он на вкус. Да, послевкусие трав вообще классное. Сладенький такой, приятный. Не приторный. Обычно то, что я пробовал из абсента, все жидкости, прям вот кроме аниса, там ничего нету. Они очень приторные. Ну, блин, так это быстро приедается, надоедает. Ну, мы пока не сказали цену, но цена очень дешевая. Вот поверьте просто на слово, по насыщенности, это что-то ближе к прему. А если из бюджетного такого, я даже не знаю, с чем сравнить. То есть это премиальный сегмент, как бы сразу оговорюсь, прям сегмент. И будет он именно в нашем регионе, города Орла, стоимости 370 рублей за флакон. Как бы хочу вам сказать, что в других областях цена на эту жидкость будет намного выше. Но в связи с тем, что у нас какая-никакая в Орле монополия, поэтому специально для наших клиентов мы всегда стараемся сделать максимально низкие цены на всю продукцию того, на весь ассортимент, что присутствует на наших полках. Я думаю, вы об этом и так знаете, что мы всегда цены только уменьшаем. Ни разу не было такого, чтобы цены были подняты на что-то. Поэтому, думаю, вы в любом случае останетесь довольны. Жидкость реально по качеству от всех стандартных линеек очень сильно отличается по насыщенности, по своим вкусам. Это не ТПА, то есть не какие-то аромы, из которых все стандартно лепится. То есть тут, насколько я знаю, Италия, Франция, ну что-то из-за границы, поэтому, честно, вкусы прям какие-то загадочные и необычные. Все равно найдется кто-то, кто скажет, что мы пиздоболы, просто продаем. Но да, поверьте на слово, вот... Пробники будут в баре, пожалуйста, можете всегда прийти попробовать. А, да, есть маленькие пробнички, вот такие. Тест-пак есть. Вот такие маленькие пробнички. Кто успеет, тот может попробовать. Не буду больше такой. Но это очень вкусно. Так, ну что, переходим к третьему вкусу. Нежный, плотный английский пирог с банановой начинкой. Ну, короче, выпечка с бананом. И я сразу говорю, я не пробовал, и я не очень люблю... Ее никто не пробовал, да. При вас вскрываем. Я не очень люблю банановые аромки, банановые жидкости. То есть я вообще не фанат этого. Давайте вам покажу жидкость прямо такого цвета, что возможно, что это будет пачкать вату. Но признак того, что жидкость насыщена. Да, густая, хорошая, 70-30. Но я... ненавижу банановую жидкость. Ну да, это пахнет бананом. Не любишь банан? Типа, бля, я нахуярил все на ботинки. Как бы это пошло не звучало, если вы понимаете, о чем я. Блин, такое ощущение, что она с никотином. Да? Да, прям ТХ такое четкое. Ну, написано ноль. Написано ноль. Странно. Если это ноль, то я перехожу на ноль. Да? Да. Ну это, видимо, какой-то ароматизатор сильный, наверное. Блин, классная, слушай. Еще раз, что там? А, ну здесь банан не первым вкусом, типа. Идет выпечка сначала, а потом банан. Ну опять скажет пиздобол, типа, 5 минут назад я сказал то, что я ненавижу банан, а здесь я хвалю банан. Нет, я ничего не буду говорить, тебе просто крутая жидкость. Мне кажется, вот этот вкус разойдется первым. Да. Блин, вообще. 100%. Хотя я возьму лимон точно, прям сразу я заберу лимон. Так, ну и самое вкусное мы оставили наконец. Это у нас испанский кальян с медом и лимоном. Терпкий, благородный. Ну, короче, это, я так понимаю, табачка. Табачка с медом и лимоном. Ну, кальян, да, кальян, это табачный микс должен быть, как я понимаю, потому что кальян это все-таки на основе табака. Поэтому сейчас попробуем. И я не люблю мед, короче. Он нихуя не любит. Крутой обзор. У меня аллергия на мед. А, ну по запаху, кстати, лимон. Мед с лимоном там. Ну, короче, он должен быть сладкий, кислый, с привкусом табака. Сейчас попробуем. Присылайте побольше жидкости, короче, на обзор с медом, с бананом. Еще я не очень люблю тропики. И я человек не очень хороший.
Сказочный долбоеб. А, ну это табачка. Это действительно, ну, может, я ошибаюсь, конечно, но что-то такое табачное есть. Потом идет лимон. И что-то меда я не особо чувствую, но сейчас. Короче, сладенький такой лайтовый табачный микс с кислинкой. Вот что-то такое. Мед есть на послевкусие, когда уже все вот да. выдохнул. И именно на языке остается мед. Вот это крутая жидкость. Слово «прем» на нее можно клеить тут в стороночке крупными буквами. Ну просто для скептиков, которые не верят, то, что премиальная, такая ближе к премиальному сегменту жидкость может стоить 370 рублей, 400 рублей. Ну вы сами попробуйте, либо пробник, либо купите. Кто помешан на Америке, это круто. Я вам просто советую прийти и попробовать эту линейку. И как бы стереотип о том, что в России не научились делать качественную и недорогую жидкость, будет разрушен. Ну, это лично мое мнение, а поверьте, я в своей жизни много чего попробовал. Вот прям ребята на самом деле удивили очень сильно. Давай я скажу быстро. Первый вкус, который мы пробовали, вот этот вкус, вуду называется, где лимон там со льдом, он у меня будет на первом месте. Вот этот, который мы пробуем сейчас, где лимон, мед и кальянный, там, испанский кальян, это второе. Ну да, выпечку я ставлю себе на третий, и, ну, я не очень люблю такие вот вкусы, просто вот так. Но вот эти два я прям себе заберу, это 100%. А у меня в корне да наоборот, я очень люблю табачку, но я ставлю на первое место вот этот банан. Да? Да. Ну, может быть, просто потому что я на не второе люблю. Место кальянчик, качимба. Ну, а сладости это не для меня, для гурманов. Которые любят всякие тортики, там, сладенькое. Подожди, а ты хочешь сказать, что вот это сладкий прям? Это ну, что типа у нас? Абсент. Абсент. Абсент я не люблю. Да? Да. Я просто анис не люблю. Но для ну, вот тех, этот слаще кто у нас, всех вкус. Для тех, кто у нас деле. Приобретает слаще, но он очень терпкий, а мне это нравится. То есть люблю вот такие прям, которые насыщенные, густые, с элементом ТХ. Вот даже ноль она по горлу бьет. То есть вообще да, круто. Да. Ну и, собственно, вердикт, что очень вкусная линейка. Всем советую попробовать. Пробники у нас будут в баре. В любое время можете подойти с любым девайсом, попробовать, воспользоваться станцией, у кого девайса нету. На полках у нас она появится уже в понедельник, возможно, даже раньше, 19 февраля. Поэтому напомню еще раз, что жидкость идет в лимитированной, ограниченной серии. Производится она в городе Москва, производитель свое место. Кто-то, наверное, эту жидкость все-таки слышал, она достаточно популярная была. Разыгрывается путевка на Ибицу, тоже немаловажный факт. Кто-то, даже кто не парит, приходите, покупайте, на Ибицу поедете. А жидкость сможете мне оставлять просто. Ну и, собственно, на этом все. До новых встреч. Да, все. Такой короткий обзор. Подписывайтесь, ставьте там что-нибудь. И жидкость мы обязательно разыграем уже в следующем выпуске среди подписчиков на Ютубе. Кстати, слышал, диджея с Машей избили? Да. За селфи. Депутат какой-то. Он ему отказал. Да, он отказался с ним делать селфи, он его запиздил. Он какой-то спортсмен. Я в ахуе.